Нормально. Сейчас тут запилит, смонтирует. Там пиво подлечим. Пиво привязываем. Там пиво. Я? Шо? Воды у нас и так хватает. Ну да, что? Специально для этого. Да, они такие бойцовые, я их называю. Там все закрыто внизу, да? Ловки вот дураковатые. Больше. 8725. Не, 8700. Было 25. Вот стой, когда вот такие. 8675. Ну да, согласен. Согласен? Да, да. 8600. Ну он поддергал. Да ладно. Что ты не хочешь уходить? Иди посюда. Ты не хотел уходить. Он пошел опять. Да ладно, сам застегнул. Понял, понял, хорошо. Все. Сам застегнул. Отлично. Давай подержи. Ну ничего страшного. Все, он страхует. Шестерочка, пятерочка. О, все. Борис. Я согласен. Какая глубина? 10775. 10775. Ебучок? 22 775. Все, не будет? Нет, давай. $9700. Ну, под чили как раз. Нет, я ухожу. Еще один. Ну что, напластовый. Высосали все. Ну, нормально все у него. Не, успокойся. Хай подрыгнется. 9050. Да. Все далеко. Еще больше как хорошая рыба. Хорошая. Дай дойду. Хорошая рыба. Давай возьмем. Хорошая. О, да, ну какая десятка? Андрей, мой тренировочный здесь назад, 13. 13-то 100%. 100% тот самый, что на пене. Да, тренировочный. Я его 10 дней назад ловил, 12 дней. Стопудово. Отдыхай. Жди. Станция Солика. Бля, возьми мешку. Чё? Рыбка в зачёте? Красивая. $11,550. Мочи его, Лех. Почином, пацаны, так держать. Чумон. Давай. Опа. 11 425. Подожди, быстро не отпускай. $11 425. Такого же. Пасть, сейчас глянем, пасть. Ну, пасть рабочая, но... Чё ж, не работает. Нет, вот, ловили мы вот таких вот, девяток, десяток, ни одного прокола не было. Так вы и этого большого-то поймали, тоже проколов не было. А что, бегишь? Ну, стоял на рыбу шелом, не раз. Кирку, да? Ну так, вроде как. Если только ему в тот же угол все проколы попадали, потому что рот вообще целый. Так. больше не поеду. Бигфиш суток. Омар. Сейчас. Можем? О, что-то бурное. Доброе утро. Доброе. Заходим. Заходим. О, то там что-то бурное. Лап пошел. Слабо идет. Как водичка. Иди с кустов возьми пару рыбин нормальных. Ага. Зубами? Да хоть чем. Или по кустам пройдись, возьми у каштана, мешок достань. Нахуй мне нужен. Мы словим. К нам неси. Мы словим. Джентльмены, я воздержусь от купания. О. Андатра. А? Андатра. Ой, бля, но охладился нормалек. Я не скажу, парни, что вода теплая. Довольно. А мы? Потому что не омылок ее. Брат, фоткай меня с ним, хорошо? Сейчас, после сейчас. Да, у меня с головы у тебя. Бурни такие. Они такие полнокосные. Кило 200. Подожди, торопись, блин. 9100. Он не хочет со мной целоваться. Нет, дун. Другой нож дун. Все, бери. 26 минут. Пальцы подниже еще. Сильнее будет. Еще ниже. Еще. Подойди к себе, его рыбу к себе. Не. На себя. Вот, у тебя получается она к нам подвернута. Еще к себе ближе. К спиной. Вот эта часть. Во. И руки немножко вперед. Во. Гарп так же самое. Да? Да, все нормально. Гарп то же самое. Конечно. А себе же рыба из контроля после года не можно, и она устает. Не молотно. Смотри, две рыбки. Даже ты не знаешь, что это. Знаю, почему я знал. Ты знал, а как ты знал? 7 ровно. Ровно. Пальцы убирай. Давай. Дуй в ноздрю. Вот здесь берешь пальцем, один палец поджимаешь, допустим, пальцем, у тебя получается вот так. Ага. И, ну, ниже, то есть должен быть у тебя пальцем, будет качаться вот здесь. Красивее фото будет. Я бы еще глаз мог быть туда, куда я там, блядь. Пускай дует. Еще попытайся ниже, да. О! О! А вот по рыбу, ничего себе мелкая. Ну ты доелся. Мелкая. А там что было? Надо больше, надо. Глянь, что он тут нарабилось. Целый мешок орехов. Откатался. 1,5 килограмма веса минус. Там посмотри по сторонам. Ну так он отлежался за целый день. Пускай. 8,850. Ой, на заход. Да убрал его. Да, и все. Он все пометил. Я приду. Нормально? Он там постоянно. Слушай, мы думали, как по нашей фотографии. Доброе утро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 8450. О, трофей! Почему-то он в мешке был, а не в карте. Повалялся где-то. Вот это, ну, куда? Извини. Андрей. Андрей. Камера снимает. 11775. Стой. 11720. Ты не можешь больше показывать. Один. Это не зеркало. Не пускай его. Ты торгуешь этими кёрками. Фоткал? Оп. Двенадцать 200. Поднимите ничего, потому что как Андрей не будет. Отбеги, Андрей, одного спустя. Почему не одного? Хороший такой амурчик, красивый. Неплохой, по крайней мере. Ну, давай. Просто всего. Да, не успел, он наелся. Сапка будет, ушел. Сапки не будет. Угу. 10 800. Седьмой сектор, последняя крайняя крупная рыба была. Вот. Была, сейчас вытащим. Шесть 450. Раз. Засунки. Нет. Молния разошлась просто. А. Это расстегнулось. Расстегнулось, давай. Когда это бился на 40 минут. Так, в другую сторону. Лопнешь там. Сейчас. Попробуем. Лосогнушек. Восемь 725. Слил? Да, такого. Это говнище, да. О, смотри, какой-то. Зеркал. Тихо, дружище. Стоп. Ну что ж, блядь, здорово. Я поднесу. $11,725. Вот, 11,725. Тихо. Держи меня уже. Вот там, моя мата, ну. Подожди. Нет, все. Не надо. Давай, ладно, все, не хочет. Следующий может лучше. Там сазан. Что они засевают так когда? Ага. А с той стороны голова. А, голова тут? Нет, я застегнул. Ой, красавец. Вот это вот. Вот, бляха. Вот это вот красавец. Вообще устал уже с вещами, со всем. Ну, не сильно, ну да, так мы соберем все, сумеем. Вот, вяжем его. Вот, наверное, родился, понимаешь? Во. Это воевать. Это так и было, у меня когда вываживал я. Сейчас тогда знаю. Какой расстояние? Да, вот. Той зафиксируется. Оп, 10,750. Ну что, попробуй. А? Вот и вот. Хорошо. Говори, что ли? Красавец. А дырки есть у него еще? Вот тут есть. А, дырки? Держи. Да, есть. Был, да? Да, второй раз. Все, красиво, рыба, погнали. Пускай. Хороший боец был. Я все кружу. Да? Да. 8 850. Все. Пока все. Все? О, пока да. Еще наконец-то. Красавец. Одним орехом. Все. Ровно 10. Ровно. Хорошо, без всяких хромульков. $9,425. Вот Фома не верит. Ну, стал я бы не говорил. Высоко. Ой, ой, выматывай дугулек. О, видел? Э, сколько там было, блядь? Перфолорит. Да. Да. А мне еще добавить. О, сейчас добавить. Так и сколько? Слушай, он не говорит, блядь. Садись в эту раскладушку, ну. Ты средний рекорд. Считай книги, как ловить карту. Леха, давай в блэкпол жротно. Что тренер думает по этому поводу? Класс. Это масса-класс. Красава. Вообще кинул легко. Силовой заброс от Лехи. Потом у него полетело вверх, но есть наебос. Пошло вверх, а потом пошло еще ниже, еще дальше кинул бы. А потом пошло, бля, да. Ох, острый перец. А было бы да. О, вот сейчас будет. Но он валит аж по мосту. Трясется. Ё. Ой, вот это было заебись. Снимать клипсу добавь. Вот это клипсу. Стоп, сними клипсу. Сними. Вот это клипсу. Подожди, стоп. Не, пускай Серый кинет. Я уже намотал. Пускай Серый кинет. И клипнуло, кстати. Это ты им шатнул по мозгу, блядь. Весь по мозгу? Да. Все трясется, короче, кидают. Сколько еще на нем жить? Метр. Полметра. Полметра. Я тебе говорю, как штефиграф с курниками. Даже видно по воде. Вот это был удар, да. Ему этого гупи не хватало, но... Вот это был удар. Все, Саня, нагружай рец. Что скажет капитан сборной Беларуси? Красава, молодец. Это супер. 175 достижно. Сколько будет? Я 160 думал, я попробую. Нет, подожди, ну пить, сколько не накинешь, такая разница. Орех действительно смотри, ребята. Ух! Нет, стукнуло в землю. Ничего там не сделаешь. Да, ну сколько... Ну давай еще маханики лицом слово у вас. Ну это будет лучше, да, ну идет. 180. Вот, знаете. Слушай, 180, плюс 165 кидать. Сейчас 80 делать. Оп. Это, блядь, разлетали, я должен был кинуть. Клипсу отверни. Я должен, блядь, кинуть 170 и забрать майку. А сейчас уже 180. Даже 165. Добавить я просто 5 тогда отвезу. А человек без майки пойдет, а вы, блядь, вот ладно, это клипсу? Да. 180, блядь. Да ну нахуй, 180 нитиков. Ну ладно. Леша, я тебе говорю, ты сейчас маханёшь. Леша, не 180. Я тебе говорю, убивает секторы свой и наш, но... Африка. Что он там снимал? Ел? Да. Тимон ел? Ёб твою мать, что, голодный, тёня? Метр. Полметра. 30. Ты прогибаешь его пизда. Лёх, у тебя в натуре большой сюда вешать надо. Проводили сегодня, вот сейчас, в течение часа, тестированные броски на дальность удилища. Ребушет лайт, я понимаю, еще есть еще другая палочка, да, как бы. Вот Алексей кидал изначально 168, клипсовали мы 3 раза в клипсу, и в итоге поставили 175. Из 3 бросков 2 четкие клипсы докинутые. Прекрасный результат, вообще очень супер. Потом поставили 180, но уже тяжелее. Ну и сами как бы дистанции, ну, такие непростые, поэтому, конечно, требует подготовки физической. У него все есть шансы, тренируясь, как бы еженедельно, можно сказать, да, спокойно 3 дня отработать такие дистанции, как бы, а при условии, что будет небольшой загрузок, да, то 160, я думаю, хранится, можно спокойно в течение 5 дней. Поэтому всем рекомендую достигать данных дистанции. Ждем вас в сборной. Красава. О, 12. 12.050. 12.050. Да-да-да, пройди, не напитался. Прям красавец, да, прям. Держи, подвижь. Ну будешь? Нет. Усы попадут. Ох ты, ох, понасрал. Это насрал. Корм. Корм такой. Угу. Фига себе, крошник. Не хранишься. Конечно. На той стороне. Понятно. Нет, он насрался. Ребята, вот чем он срал. Реально. Смотри, клубника прям откровенная. Клубника от Карпек. Пол мешка. Вот она, вот она. Так видно было, да, прям вот. Ну тот самый, у того усы хоть нормально. Щелк. О, 9300. 9300. Блин, блин. Старали, все, пошел жить. Давай. Давай, давай. Вот наш последний пузырек. Крайний. Турнира. 9300. Крайний, еще 9 красивый. Красивый. Толстенький, упитанный. Ну, вчера было еще 200 минут. 10. Так как очень много бойлов выдали. Работали мы на 100%. Я считаю, что это будет наш. Не успел. Вот он поплыл. Под удочку. Ну. Финиш. Ну. Это было не так что. 22-го уже не треба. Все, чебра пускай выпускает, да? Да. Выпускаю чебрашки. Так, 8. О. Тихо. Ты хороший. А, еще было. Очень впало вот так вот. В зоне у нас по 6 команд. У нас за 90 часов было поймано 997 килограмм 445 грамм. 139 штук и средний вес 7 килограмм 176 грамм. Так, давайте начнем оглашать команды снизу по общему весу, а потом уже победители вторые места в зонах и первые места в зонах. Ну, там, в принципе, все понятно. Итак, 18 место. Команда Лид Фиш, Гродно, Лида с общим весом 4925. Подходите, в каждой команде у нас утешительные призы за участие. Давай я сам пойду. Вот место команда Бай 5 Солик, город Солигорск, с весом 9 килограмм ровно. Копик не забудь. Далее, 16 место. Борисов-Бел-Карп, город Борисов. Общий вес 24 725. Нет. 15 место. Команда Гродно-Строн-Карп, город Гродно. Общий вес 25 4. 14 место, команда Солнышко, город Минск, средний вес 27 975. 13 место, команда Дримкарт, город Минск, с весом 28 500. Так, 12 место, команда «Да», город Гродно, с весом 29,25. 11 место, команда «Союз Карп-67», город Смоленск, 36,550. 10 место, команда «Крупняк», город Баранович. 48. Девятое место, «Карт-Тим», город Баранович. 53,25. 11 8 место. Карп Фишерман, город Гродно. 52 375. Седьмое место. Карт Икс, город Солнышко. 53 025. Шестое место. Команда Белкарп, город Гродно. С общим весом 26 124 675. Пятое место. Команда Карп-Склад, город Минск. 79 350. Ярик, где ты там? Второе в зоне. Четвертое место. Молодежка, город Минск. 83 575. Это паук. Это его паук. Так, третье место. Команда Карплюс, город Брест. 57 225. Так, второе место. Команда Ханнэмити, город Минск, Солигор. 123. У них и так много призов. Ну и больше всех рыбы у нас поймала команда Wind Power, город Минск, весом 158 550. Вот теперь самое интересное. Начнем со вторых мест в зоне. Итак, в А-зоне второе место заняла команда Белкарп, город Гродно. Так, в зоне Б второе место заняла команда Карп-Склад, город Минск. Поменьше. Ну и в С зоне второе место заняла команда Карплюс, город Брест. Давай сейчас мини-фиш, биг-фиш, да? Да, мини-фиш, биг-фиш, да. Отдаем, получается... Нет, сейчас... Давайте сейчас... Смотрите, у нас по мини-фишу две команды взяли одинаковый вес. И компания предоставила две сумки. Да, но кубок отдастся той команде, которая поймала первую рыбу с больше-меньшим весом. Я считаю, это будет правильно и честно. Значит, первый поймал. Где тут там камера сзади? Давайте. Сзади камера. Так что здесь? Вот сумки. Где? Димон, команда. Команда Карт Икс заняла номинацию мини-фиш. Вес всего 75. Вторую рыбу с таким же весом поймала команда Карт Тим. Все парни. Да. Значит, суточные, то, что мы разыгрывали. Бигфиш первых суток, крупняк 20900, они уже получили свой приз. Вторые и третьи сутки, бигфиш молодежка тоже получила свои призы. Бигфиш четвертых суток, Ханнэмити. Пожалуйста. Спасибо, Сережа. Значит, еще одна номинация, которая у нас была по трем крупным рыбам. По трем крупным рыбам выиграл крупняк. Сумма трех крупных 38 995. Ну и следующая номинация бигфиш турнира. Те же крупняки взяли крупняка с весом 20900. Так, бабки на карман, сумки, катушки сюда, бигфиш. Где-то у нас фотографы. Правильно. Всем спасибо. Всем спасибо, всем спасибо. Самое интересное. Так как зонная система проводилась впервые, места немножко распределились по-другому, чем в общем списке. Итак, третье место. Команда «Молодежка», город Минск. Зона А. С весом 83 575. Куда нам идти? Вот сюда. Давай сразу. Все, встаем сразу на пьедестал и там остаемся. До завтра. Далее, в зоне Б второе место заняла команда. Второе место заняла команда из зоны С. Подожди. Правильно. Так, все. В зоне С команда Ханнэмити. Вес 123 500. Торпеда, да? Ну и первое место по зоне. Надо спасибо сказать. 158-550 заняла команда Wind Power, город Нижний. Так, давайте общее фото, чтобы камеру видели. Медали сейчас повесим. Саш, повесь медали. Конечно. И кубок в руки. Давай теперь денежные призы раздадим. Они в кубках. Та-дам! И кубок повыше. Там еще одна лежит. Еще. Ну что, поздравляем победителей, давайте. Давайте. Давайте сделаем общее фото. И... Да, ребят, всем спасибо. Ну что, спасибо организаторам.